Всем привет! Сегодня 21 мая 2024 года. Видеомеханический вечный двигатель. Есть такая пословица. Если двое согласны, значит думаю только один. А теперь подумайте, как могут все страны мира под копирку в один думать одинаково, ну скажем, и не только в области фундаментальной физики. И это диктатура научная, которая происходит с одного центра, она всячески противодействует другим альтернативным теориям. Сегодня вечный двигатель механический в нас, значит, у нас он выглядит вот так. Сейчас я здесь сниму. Значит, что у нас есть? У нас есть неподвижная шестерня с внутренними зубцами. По этих зубцах по кругу вращается на таком коленвале еще одна шестерня, и эта шестерня связана жестко с вот этой звездочкой. Вот я толкаю сюда, она идет сюда. Если я тут толкаю, она идет туда. Ну вот эта звездочка, она все синхронизирована, связана она с неподвижной точкой опоры центральной. Вот это плечо, вот это у нас один рычаг, а вот это второй рычаг. И этот рычаг напрямую с неподвижным центром не связан. То есть он не имеет такой прямой точки опоры. Я надеваю, и вот когда мы прикладываем усилия, эта цепь натягивается. И мы прикладываем усилия относительно центра, вот эти две точки. Все, на сегодня все. До встречи.